Всем привет, ребята! В этом видео я хотел бы затронуть тему походной или самодельной макевары. Специально я захватил с собой именно то, что я делал своими руками. Вот это. Вот, пожалуйста, вот посмотрите. Такая вот макевара. Не покупная. Почему? Для того, чтобы никто не говорил, что рассказывает о создании походной макевары. Типа, как сделать своими руками, а сам пришел с покупной макеварой. Ну, поэтому у меня сегодня самодельные. Сначала я покажу, из чего делается такая вот вещь. Это пористый целлофан, скажем так. Это не резина, это не пластик. Это пористый целлофан, многослойный, сложенный в несколько уровней, перетянутый жгутом и изолентой. В конечном итоге у меня получается вот такая вот вещица, вот такая вот подушка. На ней можно отрабатывать и удары руками, и также удары ногами. Это я цепляю вот здесь вот за трос. И можно спокойно работать не только удар, но и набивку рук. Следующий материал, который я хотел бы вам показать, это пористая резина. Вот смотрите, такая вот вещь, она толщиной где-то, ну, миллиметров 7-8. Пористая резина, мягкая, хорошая, из такой вот обычно, ну, примерно из такой делают вот эти вот матрасики, пенки для занятий йогой, фитнесом. Такую резину очень хорошо использовать для создания походные макевары на доске. Японцы хорошо сделали, когда придумали свою дощатую макевару, перетянутую жгутом, вкопанную в землю или прикрученную к полу, амортизирующую. Наши же товарищи, энтузиасты, пошли дальше. Есть обычные маленькие походные макевары. Две доски, между ними переборочка, и на одной доске один или два слоя такой вот резины. И когда человек бьет, резина вместе с доской пружинит и уходит назад. В принципе, это очень хорошо для того момента, когда вы не хотите покалечить свои руки, покалечить свои суставы. Набивки рук — это одно, это классно, это хорошо, это показатель вашего труда, показатель вашей устремленности в достижении цели. Но разбитые суставы, больные суставы или развивающийся артрит — это уже совершенно другое, скажем так, направление. Поэтому, чтобы не покалечить свои суставы, в первую очередь локтевые суставы, делается, как я показал, вот такая походная макевара. Из любого подручного материала можно создать макевару для того, чтобы научиться не только набивать кулаки, но и ставить удар. Или прямой, или цельный, боковой. Можно как угодно, даже развернувшись вот так вот. Преимущество такой макевары перед жесткой в том, что она, как бы вы ни хотели сильно ударить по макеваре, она вас отпружинит. И это щадит ваши суставы. В первую очередь локтевые суставы. И потом уже запястья. Потому что если вы будете бить по жесткой макеваре, то рано или поздно вы действительно придете к выводу о том, что, ну, после определенного возраста все суставы, особенно у каратистов, приходят в негодность. Почему я так говорю? На Фейсбуке время от времени в некоторых группах по восточным единоборствам появляется картинка. Там стоит человек в кимоно, может быть каратист, может быть тайквондист, не знаю. И напротив каждого сустава нарисован маленький пунктик и написано «заболевание». Называется картиночка: после 40 лет карате заниматься строго запрещено, потому что карате уже с этого возраста уничтожает ваш организм, и вы гробите свои суставы.
Но опять-таки зависит от того, как вы будете заниматься. Можно и за первый же день угробить себя так, что ты не встанешь с постели минимум полгода и восстанавливаться будешь примерно столько же. А можно заниматься с умом, потому что люди, которые, вот посмотрите сами, японские мастера, тот же самый Хигаона, сколько ему лет? Он до сих пор занимается, и он не жалуется ни на проблемы в суставах, ни на какой, ни артрит, ни артроз или еще что-нибудь. Человек занимается, с умом занимается. Поэтому, когда вы, допустим, отрабатываете просто удар по стене, желательно взять, если у вас нет возможности создать себе такую походную макевару, да возьмите просто такую вот резинку, одной рукой придерживайте ее у стены, а второй рукой набивайте свой кулак. Это вам даст намного больше пользы, чем если вы будете по голой стене бить рукой. Суставы больные — это уже путь к инвалидности, ну, грубо говоря, путь к инвалидности, потому что любой человек хочет быть здоровым. Любой человек, если он занимается, он хочет достичь каких-то вершин, каких-то определенных результатов в том виде спорта или в том виде единоборств, которым он занимается. Но если у него больные суставы, разбитые руки, то, естественно, ни о каком продвижении вперед уже речи быть не может. Потому что, увы, локти болят, плечи болят или плечевой капсулит так, что руку не загнуть за спину, не поднять вверх. Тут уже ни о каком спорте речи не может идти. Поэтому я вот просто показал на примере вот этих вот подушек и на примере вот этой пенки, резинки вот этой вот, варианты, какие можно использовать материалы для создания собственной походной макевары. Ну, не только походные, но даже дома можно заниматься. Сделать, спокойно закрепить ее на стене, или одной рукой держать у стены, другой рукой отрабатывать. Потом поменять руки и отрабатывать удары другой рукой. Главное — следить за правильностью своей тренировки и следить за тем, что и как вы делаете. Потому что, как говорят немцы, спорт — это смерть. Ну, спорт ist Mord. То есть, если человек занимается усиленно безмозгло, то, естественно, он после достижения каких-то результатов, увы, приходит в упадок, начинает бегать по врачам. Вот как у меня один знакомый тут, коллега, он трехкратный, до сих пор еще действующий чемпион Европы по кикбоксингу, по тайскому боксу, бывший чемпион мира по тайскому. Все, что он снимает с побед своих поединков, львиную долю всех этих денег он тратит на лекарства, чтобы восстановить свои разбитые ноги, разбитый нос, разбитые руки, разбитые плечи. Вот вам потусторонняя правда вот этих вот восточных единоборств, спортивных вот этих вот соревнований, вот этих турниров, кто круче, кто сильнее, кто мощнее. Вот вам вот эта вот сторона, которую вам да никогда никто не скажет. Вам просто скажут: да, конечно, процент того, что вы можете быть покалечены или получить какое-то увечье, существует. Но вы же все равно добиваетесь какой-то цели. Конечно, вы добиваетесь цели, но лучше этой цели добиваться с умом, чем добиваться вот это вот бездумно. Это все, что я хотел сказать по поводу таких вот походных макевар, по поводу калечения суставов. Ну и вообще, погода на улице, елки-палки, никакая. Ветер сумасшедший, плюс 3. Вот такая у нас сейчас весна. Ну, если вдруг вам понравилось видео, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, написать свой комментарий. Оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное, что-то новое и позитивное. Всем удачи, пока!